знаете, традиционно уже во время различных бедствий, болезней, вот таких поветрий моровых, да, инфекционных болезней, всегда православные христиане совершали именно особенное служение. Так называемые литии о здравии, да, вот, совершались крестные ходы, когда пешие, когда водным путем. Сейчас будет крестный ход совершаться на воздушном транспорте. Да? Поэтому по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Федора мы сегодня совершим такой крестный ход. Будем петь молитвы, просить защиты Господа, Матери Божией, святых земли нашей, да, Волгоградской. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадите нас от губительного поветрия на недвижимого, избавите верные люди Твоя от смерти душевные и телесные, недугующим исцеление и здравие подати. Нам же всем Твое божественное ограждение и заступление. Молимся милосердие, Господи, услыши и милостивно помилуй. Надеемся, что этот крестный ход воздушный с участием наших святынь, икон, вот, от Калачевской епархии была представлена эта копия вот, августовской иконы чудотворной из Кремно-Вознесенского монастыря, которая была явлена в 1615 году во время Первой мировой войны. Ну, от Урюпинской владыка принес от Урюпинской епархии сама Урюпинская икона, а от, собственно, Волгограда была Казанская икона, икона князя Александра Невского, великого князя Александра Невского. Вот мы, соответственно, этим и иконам, этим святым, вот, в том числе тоже исполняли молитвенные песнопения, которые полагаются так называемые тропари, вот, где прославляется или восхваляется та или икона. Ну, Божья Матерь, понятно, одна, но иконы разные, явлены были в разное время, и там особенно вспоминаются те или иные исторические события, когда Матерь Божия помогала нашему народу.